Что? Не может быть, хотя бы в этом году мне должно было выпасть 100% красоты. Дочка, что случилось? Опять выпало мало красоты? Не мало, мам. Просто хоть раз в жизни надеялась, что у меня будет 100. Най, привет! Сколько тебе выпало красоты? Ты чего какая-то загруженная? 90 у тебя. У тебя же много, все равно. Ты чего такая грустная? Я хотя бы раз в жизни хотела стать королевой зимнего бала. Ну да, для этого же нужно 100%. Эй, ты, слушай сюда, тебе никогда не стать королевой, поняла меня? Завидуй молча, Сандра, у меня 100%, именно я и стану королевой. 100% может быть только у одного человека, ты врешь. Ну что, дочка, ты готова пойти на зимний бал? Ой, а ты чего такая грустная? Все в порядке, мам. Там кто-то в дверь звонит, иди открой. Кто там приходил? Приходил курьер от Литуали, вот это тебе передали, посмотри. Это что, косметика? Иди быстрее делай макияж, Ная, а то опоздаешь на зимний бал. Эй, ребят, посмотрите, это что, Найка, что ли? Это реально Найя, какая красивая. Мы определили королеву бала, и впервые ей становится двое человек. Это Сандра и Найя.